В этом видео работает практикант. Он учится и делает ошибки. Учитесь с нами, делайте сами, делайте лучше нас. Кровельный инструмент покупайте на сайте altes-td.ru. Сейчас проверим, надо все проверять. Вот я ошибаюсь. Так. Вот наш угол. Вот наш угол. Прямо отсюда сделаем. Сейчас приложим. Вот так. И здесь сейчас пройдем линию. Представление просто совместим. Вот так. Пройдем сейчас линию. Вот эту линию сейчас пройдем. Вот так. Ну и как мы обычно делаем. Что у нас есть. Вот нужно будет вот этой же 50. У нас 50 же. Сейчас мы так проведем параллельные линии. И все. Параллельные линии раз. Параллельная линия 2. Вот наша бисектриса. Вот реперная точка 1. Реперная точка 2. Вот сейчас мы проведем. Вот наша бисектриса. Вот сейчас приложим, проверим. Как это? Правильно? Работает или нет? Не работает. Видите как? Видите как? Это ошибка, значит. Значит, вот наша реперная точка. Наша реперная точка. Значит, не подходит. Так, это у нас бисектриса. Так, это у нас бисектриса. Ну, сейчас ее просто справим и все. Сейчас приложим. Вот наша бисектриса. Так. Вот наша бисектриса. Так, надо ее пометить. Folding line. Бисектор. Бисектор. Би. Сектор. Бисектор. Folding line. Folding line. Вот это. Бисектор folding line. Да, навсегда линия гиба. Folding line. Навсегда линия гиба. Вот сделаем такую прекрасную. Это бисектор пэк. Мы сделали бисектор пэк. Вот. И все, теперь у нас имеется вот такая прекрасная. Так, ну чтобы нам не путаться, давайте у нас все это есть. Все отлично. Все идет отлично. Так. Вот у нас есть теперь бисектриса. Бисектор is a folding line. И теперь мы можем откладывать прямо на нашем уже изготовленном нашей
уже изготовлен. Готовлен он. Картине нашей. Вот она. Вот наша картина. И можем на этой картине откладывать нашу бисектрису. Вот. Можем откладывать. Потому что давно пора уже откладывать бисектрису. Ну вот сейчас мы, вот она у нас. Как мы будем откладывать? Вот так вот. Вот так вот будем откладывать. Это с правой стороны. С правой стороны. Ну, похоже на бисектрису. Надо всегда проверять, похоже она на бисектрису или нет. О! Красота! И с этой стороны. Вот, совмещаем все линии. Все линии совмещаем. Ну и отсюда сейчас. Отсюда стоите. Ну, вот наша бисектриса. Четко все понятно, ясно. Вот наш бисектор Пэттон. Шаблон бисектрисный. Вот он. Так, ну вот, теперь тут. Что за проблемка? Не проблемка, а здесь имеется, как вот эту кнопку ее отгибать. Так, мы ее сейчас заменим. Так, зажмем немножко. Ну ладно, с одной стороны. Так, спасибо тебе, бисектор Пэттон. Так, и вот здесь у нас получается линия гиба. Ну вот мы уже ее показывали. Показывали, вот она у нас линия гиба. Вот, и нам нужно эту складку теперь поднять эту складку. Вот, надо четко совместить. Ну, так-то она поднимается. То есть мы сейчас как бы пойдем. Видите, что происходит? Почему вот эти важно сделать? Это клещи конвертные называются, да? Объясню один нюанс. Вот здесь вы когда гнете, да, линию гиба, видите, что происходит? Она вот сюда заходит, а нам сюда не надо. У нас линия гиба вот, поэтому для того, чтобы сделать профессиональные, вот эту, здесь вот. Профессионально. Ее немножко нужно вот, угол, короче, поменьше сделать. Меньше вот этот угол. Потому что он самый маленький. Самый маленький, видите, вот. То есть она у нас должна вот так заходить. Ну, теперь придется вот здесь вот отгибать. И вот, вот должно быть идеально, вот, чтобы, сейчас установлю, чтобы вот эта линия и вот эта линия совпадали. Вот. Ну, ничего страшного, здесь потом подогнем. Главное, что, чтобы четко вот эта линия была у нас, вот она. Вот она нас четко отогнула. И место вот это самое такое тонкое, вот здесь напряжение большое, видите, все линии сходятся. Здесь толщина вообще никакая уже.
Вот, ну теперь сейчас вот эту будем одевать. Вот, мы ее установим. Надо теперь четко вот установить, что я вам по этой линии. Вот. Теперь она уже хочет гнуться. Хочет гнуться. Здесь хочет гнуться. Вот. Соответственно, надо все. Вот. Сделали мы отгибочку. Здесь более, знаете, сторона сюда уходит. Сторона сюда уходит. Поэтому надо что делать, да? Надо место как-то подправлять. Как-то ж надо подправлять это место. У нас должно отгибаться вниз, а не вверх. Правильно? Иначе у нас что получится? У нас не получится. Вот. Вот мы ее установили. Здесь тоже надо установить. Ну, сколько залазит? Залазит. В принципе, установить-то можно. Так. Так. Здесь меня соединить. Ну, здесь не страшно, здесь есть инструмент, который позволяет это все это исправить. Вот так вот. Знаете, как делают еще хитро? Так вот. Сразу двумя отбивать. Так, сейчас попробую. Она лишь коротышка, потому что она доходит. Доходит. Вот она хорошо диктует. Что диктует. Она эти места важны. Наверное, были. Может, там ему здесь. Надо будет. Потом гнать надо будет. Так, давай-ка сюда. Привет, на связи Михаил, менеджер Укалтес. Хочу в двух словах рассказать о нашей замечательной и легендарной кровельной компании по продаже кровельного инструмента онлайн. Укалтес специализируется на поставке профессионального инструмента по листовому металлу, специализированного кровельного инструмента, кровельного крепежа, специального кровельного оборудования, листогибов, гильотинных ножниц, вальцовочных станков и зиговочных машин. Компания работает с более чем 45 регионами России. Заказывайте весь кровельный инструмент в один клик на нашем сайте altesdefis.ru. Доставка в срок. Оплата за нал и безнал. Бесплатный звонок 8 800 505 48 60.